Всем привет! В ближайшие 2 дня, сегодня и завтра, вас ждет серия писем. Сегодня будет письмо из будущего от него, а завтра будет письмо из будущего от вас, то есть вам самой для себя. Была уже как-то на моем канале такая трилогия. Третье письмо я посмотрю, что на канале было, сейчас сходу и не скажу. И хочу попробовать снова, потому что письма были интересные и вам понравилось, поэтому я повторяю давно. Последний раз были такие письма. И давайте, позиция сегодня общая. Загадайте своего мужчину. Таро у меня двустороннее. Для тех, кто не знает, двустороннее, потому что рубашки нет. С обеих сторон арканы. Поэтому и тасуется колода немножечко по-другому. То есть я переворачиваю часть колоды, чтобы у меня были стороны в разнобой перемешаны. Итак. Ситуация та, которая сложилась на сегодняшний день между вами. Слушаем внимательно. Это сигнификация. Ого, сигнификация у нас с дьявола началась. Так. И если будет резонировать, то смотрите письмо до конца. А здесь мужчина женат, и скажу сразу, потому что семья и невозможность действовать так, как хотелось бы душой, так как хотелось бы сердцем, потому что есть обязательства, которые мешают ему проявлять какие-то свои фантазии, да, или притворять свои идеи в жизнь. Но, с другой стороны, восьмерка мечей, у нас всегда ситуация надуманная, когда мы сами себе придумываем какие-то проблемы, какие-то преграды. Под эту карту очень хорошо подходит пословица там, или поговорка, или цитата. Те, кто хочет, ищут возможности, кто не хочет, отговорки. Вот восьмерка мечей здесь вот в данном случае именно так. Что я хотел бы, я не могу. А почему не могу? И начинается много «но». Да, здесь, девочки, если вы находитесь в ситуации со свободным мужчиной, и вы это точно знаете, что он свободный, сегодня письмо здесь не для вас. Здесь ситуация, где две женщины, одна из которых жена, либо сожительница, это может быть бывшая жена, но благодаря которой, да, наличию в жизни, которая не дает мужчине полностью быть с вами. Две женщины здесь точно есть, а одна здесь, ну вот здесь какие-то финансовые, бытовые вопросы. Он ее, может быть, содержит и не может бросить. Может быть, это действительно совместное проживание. Ну и вы здесь смотрите, здесь уже отрешенно смотрите на ту ситуацию, которая сложилась между вами. Эмоции еще не остыли, но здесь все идет, знаете, к такому какому-то разочарованию, к опустошению. Здесь момент, что... Да уже, в принципе-то, я и не знаю, да, мне эти... Отношения доставляют больше радости, либо больше грусти. Надо мне это или не надо? Да и дьявол здесь, видите, уже с иной стороны, другая сторона карты. То есть здесь не такая, знаете, уже жгучая страсть. Никогда два человека вот препятствий под ногами там не видят и вот всеми возможными способами стремятся друг к другу, когда наизнанку выворачивают. Здесь дьявол занимает такую позицию, когда уже нервы на пределе, отвязаться не можешь, а нервы уже на пределе. И тебя вот эта страсть, либо вот эта вот привязка друг к другу, она уже больше, знаете, вот напрягает, больше вот бесит здесь, хочется сказать. Ну почему я не могу от него отвязаться, да? Или почему у меня есть такая слабость, что все, уже не хочу быть с ним, я уже всю ситуацию понимаю, а стоит ему позвонить, стоит ему сказать там пару ласковых слов, и все, да? И снова, да, где мои мозги, что пока я сама, я все понимаю, стоит мне оказаться рядом с ним, услышать его голос, да, там, или увидеть его глаза, и все, да, я сама себе не принадлежу. Так, что еще здесь в отношениях на данный момент? Ну, вот режим ожидания здесь включен. Я не знаю, здесь женщина ждет. Мужчина здесь чая его-то ждет. Ну-ка, это женщина ждет. Нет, здесь женщина не ждет. Здесь женщина, знаете, она ждет для себя, когда уже вот этот дьявол наконец-то отпустит, и она наконец-то сможет принадлежать сама себе.
А мужчина здесь ждет судьбоносного какого-то развития ситуации. И вы знаете, как это бывает? Если судьба, мы будем вместе. Если суждено нам, значит, мы еще встретимся. Либо здесь какое-то обстоятельство, которое позволило бы ему снова сделать шаг в вашу сторону. Здесь, в принципе, может быть, так как карта, видите, отвернутая спиной, вы к нему уже спиной стоите, вы с ним не общаетесь, вы его заблокировали или вообще поменяли все явки, пароли, адреса, и мужчина для себя ждет возможности, что, ну, вдруг я найду возможность с ней связаться, да, вдруг она проявится. Вдруг в один прекрасный момент я зайду и вижу, что блоки все рассосались. Для мужчины здесь важно, но он, опять же, видите, конечно, живя в такой ситуации, когда ищет причины для того, чтобы бездействовать, конечно, здесь остается только надеяться на чудо. Но вот он на чудо здесь и ждет, что что-то такое случится, да, карта страшного суда, вот прям вот, что-то. Вот, и, наконец-то, у меня будет возможность. Хорошо, а почему он сам не действует? Точнее, какие отговорки для него, такие реальные, по которым он оправдывает свое бездействие? Как он сам себе, даже вот так вот спрошу, как он сам себе оправдывает тем, что бездействует? А он говорит, что я не бездействую. Я не тормоз, я медленный газ здесь. А, все будет, и все, что нужно будет, я сделаю. Или все, что нужно на данный момент, я уже сделал. Дальше все решит только время. Здесь мужчина, вот если его спросить, ты чувствуешь какую-то свою вину, да, вот что у тебя больше отговорок, нежели действия, что ты ждешь вот какого-то второго пришествия. А здесь мужчина говорит, нет, никакой вины у меня нету. Вот он, видите, на коне, да, наш рыцарь Пентакль с рогами, он тут, правда, почему-то, да, вопрос 10-й, может быть, и вы уже ему сказали, да-да, решай вопрос, как появишься, мы с тобой поговорим. А сама уже где-то роман на стороне, да и пусть будет так, да, ибо нефиг, да, ибо по делам товарищу, что вот на какое-то счастье здесь больше надеяться. Но здесь мужчина вот четко здесь говорит, я действую, я делаю, пусть медленно. Но зато я ошибок не совершу столько. Хорошо. Даже интересно, здесь позиция у мужчины. Нет, он говорит, все, что надо, все сделано. И все, что надо, все будет сделано. Хорошо. А что ты делать будешь тогда? Тут прям упертый у вас товарищ, тот, который вот сказал какое-то слово, вот моя, и все. И чтобы вы ему не говорили, да ты бездействуешь, да ты то, да ты все, он скажет, ты все равно моя, да, и ты будешь моей там рано или поздно, но в этом случае здесь рано речи не идет, здесь скорее позже, но здесь мужчина четко сидит на своем. Если я тебе сказал люблю, значит люблю, и я не должен тебе говорить по 10 раз. Если сказал будем вместе, значит будем вместе, никуда ты не денешься. Даже если 100 лет пройдет, ты все равно будешь моей. Я все сделаю. Он говорит, торопиться я никуда не тороплюсь. Не знаю, у него жизнь запасная, наверное, есть. А что сделать-то? Готов. Ну, языком здесь, да, хочется сказать, звенит, как в колокол. Здесь мужчина, который вот под эгидой романтики, когда ему хорошо, когда он в эйфории, когда у него чувство плещет через край, здесь мужчина считает, что вот одного его вот этого воодушевления, да, более чем достаточно. Но здесь мужчина, девочки, вот действительно в такой вот слепой какой-то уверенности или в святой, в невинной уверенности в том, что он-то все в этой ситуации делает правильно. Но он может, конечно, себе оправдывать. Я не могу сейчас бросить ту женщину, она, допустим, приболела. Все, она выздоровела, я не могу ее прямо сейчас бросить, она пока болела, она там, не знаю, там ее уволили с работы. Сейчас она устроится, начнет зарабатывать, она устраивается, зарабатывает еще что-то. То есть для него постоянно, каждый раз, когда его спрашиваешь, и вроде бы и прикопаться-то невозможно, что действительно, да, вот и я бы на его месте тоже бы сейчас не могла бы торопиться. Потом снова его спрашиваете, еще какой-то вопрос. И самое главное, у него ответы, девочки, здесь есть. И ответы такие, которые, ну, вот так вот логически просуждаешь и думаешь, блин, а ведь действительно, хотя, по большому счету, это действительно причины, которые ищутся для того, чтобы не торопиться, да, или для того, чтобы
прямо сейчас из огня да в полымя вот какой-то выбор не делать, шаг не делать. Хорошо, я, знаете, тогда спрошу у карт, а действительно ли этот мужчина верит в будущее с вами? Он действительно настроен на это настоящее будущее? Да, карты говорят, да. Причем счастливое, безбедное. Может быть, он ждет, пока вы наследство получите, в лотерею выиграете, или пока вы разбогатеете, потому что здесь все-таки женская фигура, да, и девятка пентаклей, какая бы она там материальная тяжелая карта ни была, она все-таки с женскими энергиями. И здесь мужчина, как минимум девочки считают, что рядом с такой, как вы, которая точно знает, как заработать, точно знает, как из кое-чего конфетку сделать, что рядом так, с такой, как вы, точно здесь все будет хорошо. Жизнь будет спокойная, жизнь будет безбедная, и все у нас здесь будет хорошо. Не карта победы, видите? Вы его трофей в любом случае. Вы его завоеванная победа. И здесь больше, знаете как, что я тебя уже завоевал, да? Каких-то сверхсил, сверхусилий, даже если я буду действовать позже, мне уже прилагать не придется. И я четко решила, что ты моя, что ты будешь моей. Да, да, здесь надо подождать, конечно, какого-то развития ситуации, да, что-то какое-то волшебство здесь должно случиться. Но вы его женщина здесь. Та женщина, которую он выбрал для себя. Победа, и причем такая драгоценная его победа. Может быть, он ухаживал за вами долго. Вот, или, может быть, ухаживал долго, и вы еще такая крепость неприступная была, что ему прям вложиться пришлось. Но если приходилось вкладываться здесь, в любом случае, с азартом, с интересом. Потому что на эмоциях, на влюбленности этот мужчина действительно способен на многое, но и пообещать действительно может много. А потом, когда туман рассеивается, да, и начинаешь больше слушать не голос сердца и эмоции, а начинаешь голос разума, и он здесь понимает, так, торопиться я сейчас не могу, здесь нужно все, не знаю, рассчитать, размерить и так далее. Может быть, у мужчины здесь вот в плане семьи или той женщины, да, вот на котором большую, скажем так, ставку сделаем, я так скажу. Потому что не всегда у нас только с женатыми отношения. Здесь может быть гражданский брак. И просто две женщины с одной он раньше и раньше пообещал на ней жениться. Тут тоже нюансы могут быть. Может быть, с этой женщиной здесь есть еще какие-то финансовые моменты и тут. Ипотека, например. Либо он этой женщине денег должен. Или он ей пообещал, я не знаю, там купить машину, купить шубу, там купить, не знаю, там колье с бриллиантами. И вот пока он не выполнит, а на это нужно время, чтобы заработать, он свободным быть не может. Да все, что угодно здесь. Но только, видите, он и вас здесь из своего пространства не выпускает. Все, ты моя, и все, я тебя уже завоевал. Да, и смысл здесь сопротивляться, смысл здесь характер показать, все. К тому же для себя четко понимает, что с вами так вообще все в шоколаде у него будет. Не знаю. Ну, вот так вот. Удачу вы ему, скорее всего, приносите. Легко ему с вами. Поэтому, что вот именно с вами, да, вот все будет хорошо и красиво. Я надеюсь, что здесь из того, что было сказано, достаточно для того, чтобы вам можно было сделать выбор, ваш расклад или нет. Я уже сейчас хочу посмотреть, что он вам сказал бы или хочет сказать сейчас, на данный момент, а что он вам скажет потом, спустя время, из будущего. Будущее для всех понятие растяжимое, для кого-то будущее полгода, для кого-то несколько лет. Поэтому здесь конкретные сроки будущего, период, мы загадывать не будем. Но посмотрим все равно. Это таро иллюминатов. Что он вам хочет сказать сейчас, либо мог бы сказать сейчас? Что я уйду. Я оттуда уйду. Мне будет печально, мне будет грустно. Тут, скорее всего, жаль оставлять то, что там нажито было, или годы совместной жизни. Но видите, семья, императрица и карта ухода. Хочет вам сказать, что я уйду. Ну, здесь действительно, когда не знаю, но точно это будет не быстро,
но я уйду. Я над этим уже думаю. Сейчас этого сделать не получится, там не получается. На это нужно время, но я уйду. То есть здесь мужчина хочет вам сказать, что у него решение об уходе от той женщины, оно уже в принципе принято. Но чтобы приступить от своего решения внутреннего к конкретным действиям, во-первых, с чего начать здесь, он, похоже, даже не знает. Элементарно, если это жена. Вот как люди разводятся? Что нужно? Идти в ЗАГС, позвонить другу или попросить, я не знаю, там маму, чтобы она все сделала. Здесь буквально даже вот какой-то вот такой вот, да, вот элементарщина. Вот с какого бока подойти к этой ситуации, здесь мужчина не знает. Да, не говоря уже о том, что это же нужно сесть за стол, да, там, ну или не садиться за стол, а ну, глаза в глаза объявить человеку, что все, да, я от тебя ухожу. Вот поэтому как, с чего начать здесь, не знает. И поэтому, видимо, время, да, я жду удобного момента, чтобы можно было сказать там, или удобного момента, чтобы уже все, уже начать там, не знаю, там документы собирать. Но я уйду. Вот и все. И решение здесь, хочу сказать, ему тоже здесь не просто давалось. Пусть это пока решение, да, пусть это мысль его, умозаключение, но даже к этому ему здесь не быстро пришлось прийти. Что его сдерживало? Ну, годы, видите, проведенные годы. И планируемое будущее. То есть здесь вы с этим мужчиной, не знаю, все серьезное, да, вот все, что между вами было, вы попали в тот период, когда с той женщиной еще были какие-то планы, еще вместе что-то обсуждалось, что-то планировалось. И тут раз, ну как, вы, я думаю, тоже можете понять, вы для себя что-то распланировали, да, и тут вторгается какая-то ситуация, а вы уже живете этими планами, вы уже что-то начали делать для того, чтобы все цели были достигнуты. И тут что-то меняет вашу ситуацию, и вы должны отказаться от своих планов. И далеко не каждый человек, когда он уже эмоционально, там, физически или тем более финансово уже вложился, может сказать: нет, все, я отказываюсь от своих планов. Вот и здесь такой момент, что, во-первых, и люди здесь с этой женщиной, ну, здесь как вариант, она, конечно, может намного быть моложе его, да, и это его подкупает, да, и вот он в будущем, что она и там еще там подольше сохранит свою молодость, может быть. Но вообще карта кубка – это карта прошлого, да, не только карта детская, то есть они как минимум давно знают друг друга и вместе, что пройдено было, и плюс еще и в будущее. Планы какие-то были. Поэтому ему и отказаться-то, точнее, принять решение, что я от нее все равно уйду, во-первых, не быстро, а во-вторых, действительно здесь сложно было. Он мог говорить, что в тот момент, когда... Почему появились вы, да, вот на вопрос, что там все плохо, там я ничего. Ну, по сути, здесь, как я понимаю, здесь была, ну, такая приукрашенная ситуация, утрированная. Потому что, когда между двумя людьми есть планы, то говорит о том, что да, у нас там никак не клеится, мы друг друга ненавидим, тоже, наверное, слишком смело. Это вот на сегодняшний момент. Хорошо, давайте теперь действительно уже та самая тема, которую анонсировали. Посмотрим, что он вам скажет из будущего. Вот мы сейчас смотрим, что он в будущем. И что он вам скажет. Немного сюр тема, но, тем не менее, это всегда интересно посмотреть. Что вы как были женщиной, вот его трофеем, его победой, самодостаточной, умной, вот правильной, педантичной. Вот вы для него такой женщиной и были. Со временем, там, с годами или с месяцами он не поменяет своего мнения о вас. То есть вы четко у него ассоциируетесь. Вот один плюс один, да, вот такая вот полноценная единица, которая ни в чем ему не уступает, а может быть даже и предвосхищает. А если вы еще предвосхищаете его по каким-то параметрам, там, социальные параметры, там, образование, там, ваши доходы, то тем более... Он не, ну, не робкого десятка человек, который не боится быть сильной женщиной. Ему это азартно, ему это интересно. К тому же, да, и вот его состояние, что а я смог ее покорить. А она, да, вот при всем, при том, какая она есть, а она обратила внимание на меня.
Это как минимум поднимает мужскую самооценку. Эгоизм тоже, конечно, поднимает, но мужскую самооценку, ой-ой-ой, как поднимает, такая, как она, где я, а она, тем не менее, выбрала меня, да? Ну и четко считает здесь, пусть это наглость такая с его стороны, но он четко считает, что вы его женщина, вы его дама, которую он завоевал. Рыцарь прям, да, здесь. Да, что я был готов. Наши отношения непонятные, там, или для кого-то вот отношения любовников, тайные отношения. Я готов был их закончить. И чтобы в будущем сделать тебе предложение. Угу. Он хочет вам сказать, что здесь вы волей своего характера заставили его или своими действиями. Заставили его бездействовать, видите? Что он расстроился там, или он разочаровался, или он понял, что делать сейчас что-то вот бессмысленно. Может быть, здесь действительно вы не готовы были ждать, пока он там все закончит, а говорили, что все, либо сейчас, да, либо никогда. И, естественно, он понял, что так как сейчас невозможно, а вы уже от него отказываетесь, ну и смысл что-то делать. Он вам и в настоящий момент говорит, что он принял решение уйти, да, на это нужно время, но он принял решение, да. Самое сложное, видимо, для себя, из того, что он мог сделать, он сделал. И он вам и из прошлого говорит, что я готов был в наших отношениях внести ясность. И в будущем что-то тебе предложить, да, чтобы все было хорошо. Но видите, но у меня случилась остановка. А вообще, хорошо, остановили его, действовать ему, оказывается, вы не дали. Окей. Может быть, вы, конечно, сказали, все, не хочу ничего, не надо мне ничего, и даже вот неделю ждать не собираюсь. Вот либо сегодня, вот либо никогда. Вот, естественно, как ему действовать? Там оставил все как есть. А вы отказались ждать. Хорошо. Что он еще вам хочет сказать из будущего? Я стал никем, видите? Я был лидер, я был победитель, я был могущественный. Как мне казалось, я все понимал, все знал. И все. Вы женщина, которая может мотивировать мужчину на поступки. Вы можете мотивировать мужчину на самосовершенствование какое-то. Ему хочется там зарабатывать больше. Там, ему хочется, что если раньше он там, не знаю, там носки раз в неделю менял, а тут на каждое свидание бриться. То есть вы этого мужчину наполнили желанием, да, как муза, как вдохновение. Вот быть лучше, да, быть лучшей версией себя. С вашим уходом, хочу сказать, здесь все потеряло смысл. То есть, кем он был до вас, кем он был с вами и кем он стал без вас, вот он четко, вот эта вещь, что каким был, таким и остался, но ого-го, какой я, когда она была со мной. Как-то вы его действительно, ну, конечно, вы эгоиста такого большого вырастили. Вот, но ему за вами хотелось тянуться, хотелось вам соответствовать. Либо вас удивлять, да, что я тоже не промах. Хочешь сказать, что он уже не такой герой без вас. Да, ты хочешь сказать, близок локоток, а не укусишь. Хочу посмотреть, он сделал это или нет. Девочки, вот у подавляющего большинства мужчина озвучит, что оттуда я все равно ушел, как я тебе и говорил, что мой уход там или мой развод, если это семья, это было дело времени.
как минимум мы вместе не живем. Или как минимум мы еще, допустим, не развелись, но мы уже живем в разных комнатах, как чужие люди. И холодильники у нас разные. И вообще мы друг с другом не разговариваем. Здесь та ситуация с той женщиной, у него, ну, здесь сами видите, да? Справедливое разрешение ситуации, принято его решение, башня. Вот, да, и дополняю шестерка мечей. Здесь действительно и там счастье своего в будущем он там не найдет. И, видимо, поэтому уже, да, вот в отношениях с вами он четко понимал, какая женщина что ему может дать, да, и с кем ему будет хорошо. Вот, ну, видите, одна проблема — время, да, тут надо было ждать. У кого-то здесь через год, да, мужчина перестанет взаимодействовать с той другой женщиной там. У кого-то чуть-чуть попозже. Ну и ты, видите, доступ к себе заблокировала. 5-9 пентаклей. Ты не захотела. Сожалеет ли он о том, что у него вот время, да, вот поводом было? Ну и, соответственно, его страх здесь по большей части не мешал бы страху, все бы разрешил. Но жалеет ли он, что он промешкался вот из будущего? Есть ли сожаление, что... Ну почему я не рискнул, да? Или почему вот я вот, ну, не собрал волю в кулак и не сделал, чтобы быть счастливым? Сожалеет ли он? Кубковые. Ну-ка, сейчас, сожалеет ли он. Ну вот если вот у карт спрашивать, вот буквально да или нет, здесь карты говорят да. Но о чем-то другом здесь они еще рассказывают. А, что смотрите, что у него еще была попытка то ли найти вам замену, то ли еще попробовать. Ну, ничего не получилось безуспешно. Тут смотрите, если вы сейчас со своим мужчиной не общаетесь, да, расстались, там у вас расставание, у вас пауза, там серьезный конфликт, который такой затяжной, здесь мужчина попробует еще с другой женщиной. Но здесь вот опять же неудача, да, оплакивание, траур. А зачем ему? Зачем ему еще другая женщина? Это Таро, исцеляющий свет, для тех, кто будет спрашивать. Зачем ему кто-то другой? Здесь, знаете, как такая, как она, то есть вы, та женщина, которая смотрит, больше нет. Видимо, ну, хотел понять, выпустили ли такую женщину, как вы, в тираж. Или вы в единственном экземпляре? Замену хотел найти, достойную замену, но такой, как вы, больше нет. Вот это он, собственно, и понял. Искал такую, как она, а безуспешно. Здесь попытки забыть вас, девочки, по всем фронтам. Попытки выкинуть вас из головы. А вот конвульсии, попробовать какие-то новые отношения. Ну, видите... Ну вот, и тишина. Здесь человек четко понял, кто его женщина. Человек точно понимает, с кем ему будет хорошо. Пусть с вами не получилось, да, но уговаривая себя, что ну не получилось с ней, ну пусть она моя, да, пусть она где-то вот прям вот моя девочка, это моя хорошая, это мое солнышко. Ну я поищу, да, либо хотя бы забудусь. А вдруг найду такую же, как она, да, и все будет хорошо. Аннет. Не получилось. Что вы должны знать прямо сейчас о вашей ситуации? И закончим. Потому что тут мужчина, ну, вот видите, будет мыкаться, а в итоге ничего. Что вы должны знать прямо сейчас о этой ситуации? Ну, видите, вот опять восьмерка мечей. Что любовь-то между вами возможна, но она, видите, такая,
ну, не до конца неполноценная, без свободы в действиях. Король Пентаклей ваш, мужчина, горит вами. Горит. Пусть уже где-то бесит местами. Но это может быть и ваша такая позиция. Пусть он там горит, и меня он уже достал. Да, уже пусть сгорит уже весь. Отпустить вас здесь все равно еще нету желания. Переживает, видите, оплакивает. Карта влюбленная. Ну, видите, ну пока может предложить только любовный треугольник. Как бы ему ни хотелось, страх большой. Обещаний, видимо, той и другой женщине и обстоятельств тоже немало. Что надо подождать. А в итоге, видите, ни одна и ни вторая. И попытки найти как-то третью тоже. То есть, ну, не знаю. Хотел сидеть на двух стульях, а окажется между. У подавляющего большинства девочки так и будет. Поэтому не знаю. Давайте завтра мы с вами посмотрим письмо из будущего вам именно от вас. Может быть, там тоже что-то будет такое интересное. И вот этот пазл как-то до конца сложится. Хотя, возможно, уже и на данном этапе вы скажете, мне с ним все ясно. Я уже знаю, что я буду в этой ситуации делать. Я желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы посмотрели. Тем, кто досмотрел до конца, отдельное огромное спасибо. Потому что вы та самая моя родная аудитория, с которой мы очень хорошо взаимодействуем, резонируем. Это здорово. Поэтому спасибо вам отдельное, огромное, что вы со мной, что мы нашли друг друга. Я желаю вам, конечно же, по традиции, вчера мечта, сегодня цель, завтра реальность. И до завтра в видео снова про письмо, но уже от вас. До связи.